Шеф-повар Максим Григорьев. Салат Везувий. Предлагаю приготовить незатейливый, легкий в приготовлении салат. Он состоит из простых и доступных ингредиентов, которые нужно подготовить и сложить слоями, формируя горку, напоминающую всем известный и опасный вулкан Везувий, который находится на юге Италии. В отличие от этого вулкана, наш ни капельки не опасен. Время приготовления – 10 минут. Ингредиенты. Куриная печень 400 грамм. Лук репчатый 1 штука. Майонез 2 столовые ложки. Масло подсолнечное рафинированное 30 мл. Морковь 1 штука. Огурцы маринованные 3 штуки. Прованские травы 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Сыр твердый 200 грамм. Яйца куриные 3 штуки. Шаг 1. Подготовить необходимые ингредиенты: куриную печень, яйца, огурцы, лук, морковь, твердый сыр, майонез, соль и подсолнечное масло. Шаг 2. Куриную печень, 400 грамм, промыть проточной водой, удалить пленочку и отварить до готовности в подсоленной воде. Дать остыть и натереть на крупной терке. Шаг 3. Выложить на большое блюдо первым слоем. Шаг 4. Лук 1 штука и морковь 1 штука, очистить, помыть. Лук нарезать тонкими полукольцами, а морковь натереть на крупной терке. На горячей сковороде с подсолнечным маслом 30 мл обжарить овощи до мягкости. Во время жарки посолить 1 щепотка и добавить 1 щепотку прованских трав. Шаг 5. Выложить смесь поверх печени вторым слоем. Шаг 6. 3 огурца натереть на трупной терке, появившийся сок слить. Шаг 7. Выложить огурцы следующим слоем. Шаг 8. Яйца отварить и натереть на крупной терке, не отделяя желтки от белков. По вкусу посолить. Шаг 9. Выложить следующим слоем. Шаг 10. Верх смазать майонезом 2 столовые ложки. Шаг 11. Твердый сыр 200 грамм натереть на крупной терке и обильно выложить сверху. Шаг 12. Салат Везувий практически готов. Остается подождать 30 минут, чтобы он пропитался и можно подать на стол. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.